Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Премьера Кэсси скоро состоится на Star Plus Latin America под названием «Ля Фуга». Выпустите этот сериал скорее. Во Франции он будет называться «Le Vizirn» и будет выпущен еще на нескольких языках. Есть сообщение, что он также выйдет в Германии, Португалии, Испании, Китае и Японии. Я надеюсь, что это достигнет большего количества стран. Очень счастливый момент для болельщиков. Просмотр телешоу на вашем родном языке, которое вы собираетесь смотреть и начинается здесь, на вашем местном канале, приносит больше эмоций, вы можете внимательно сосредоточиться на фразах и событиях, а не читать субтитры в конце. Восковая статуя Тубабаю Кщучун готова к скорой встрече МТ Истанбул будет объявлена, когда посетители смогут посетить Тубу и сделать с ней селфи. МТ Истанбул также ответил одному из фанатов Тубы, который спросил, где находится восковая фигура Тубы. Они сказали, что скоро, так что следите за обновлениями задолго до того, как Туба станет известной. Восковая фигура Киванс и Берин Саад из Турции была помещена в музее Мадам Тюссо. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.